А по их теории луна это... О, русское поле. Ребенок тащит пенку. Я только сказочную знаю, где там на черепахе. Эффект является из-за того, что какие-то атмосферные искажения, да? То есть когда солнце отдаляется, ты находишься, и тепло. Атмосферные искажения создают эффект. Вон, ребенки общаются. А вот для нее не создают. Это было интервью было у Алены. Блин, у Алены были дурацкие, конечно, интервью, но иногда там такие странные. О, ребенку надоело тащить. Просто брось. Да, все нормально. Не знаю я. Но она, знаешь, она не очень интервьюер, поэтому я думаю, кто-нибудь лучше могут. Ну, такую идею. Эти что-то там отстали, товарищи, бойцы. Я красоты природы снимаю. Очень уж красиво. Ну, красоты. Да, долгими зимними вечерами можно любоваться. О, там, а, у меня, по-моему, полные ноги репьев. Точно, я думаю, что у меня там такой колец. Вся в репьях. Ну, вся еще, вот так, немножко.